В 4 регионах страны образовался дефицит угля. Об этом стало известно на правительственном часе. Алихан Смаилов проинтересовался у Министерства энергетики Булата Акчулакова, почему так произошло. Например, на станциях Карагандинской, Павлодарской, Петропавловской ТЭЦ и Темиртауской ГРЭС топлива намного меньше, чем нужно. Сейчас профильное министерство совместно с КТЖ работают над восполнением недостатков. На сегодня на складах энергоисточников запасы угля составляют около 3 миллионов тонн. Также имеется 96 тонн мазута. Это в целом соответствует утвержденным нормам. Однако на некоторых станциях данный норматив не обеспечен. Это Карагандинская ТЭЦ и Темиртауская ГРЭС на 15 суток при норме 20. На Павлодарской ТЭЦ на 7 суток при норме 10. И на Петропавловской ТЭЦ на 17 суток при норме 20.